На редакционный номер в WhatsApp очевидцы прислали сообщение о том, что нашли историю чеховской школы на помойке на улице Кооперативная. Мы приехали на место, и вот, собственно, что увидели. Конечно, всем известно, что в чеховской школе закончился ремонт. Очевидно, внутри что-то продолжают убирать, обустраивать. Конечно, понятно, что стенды морально устарели, но сами фотографии учителей, выпускников, учеников, наверное, как-то можно было бережно убрать, скажем, в библиотеку, оставить такой исторический альбом для истории, для потомков.